Места для встреч, общения со сверстниками, просмотра кинофильмов – все это описывает современные модельные библиотеки. Это новый формат библиотеки, реализующийся по всей России в рамках национального проекта «Культура» и рушащий привычные стереотипы. В этом году библиотека «Аула Ходз» стала победителем в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в 2023 году. Главной особенностью таких библиотек является создание нескольких отдельных зон, в которых дети могут учиться новому ремеслу. Это может быть творческая мастерская, компьютерный зал, студия анимации и так далее. Главное, чтобы посетителям было интересно. Сотрудники культурного учреждения отмечают, что модельная библиотека – это не просто смена названия, это совершенно новый подход к деятельности библиотеки, возможность изменить жизнь аульчан. Наша библиотека победила в конкурсном отборе создания модельных библиотек в рамках национального проекта культуры. В настоящее время все работы завершены, завозится мебель, компьютеры, вот системы поставили, телевизор. Модельную библиотеку хотим открыть в конце июля. Мы очень рады, что у нас открывается модельная библиотека. Все жители с удовольствием будут приходить, ждут этого открытия, все спрашивают. Ждем этого события, дети особенно. В процессе модернизации классическая детская библиотека трансформируется в многофункциональное актуальное социальное пространство. Она станет яркой точкой притяжения для юных жителей аула. Модельная библиотека встретит своих читателей новым библиотечным фондом, современным компьютерным и интерактивным оборудованием, удобной мебелью и авторским оформлением залов. Но главной задачей библиотеки останется воспитание читателя и формирование его ценностных ориентаций. Надеемся, что в недалеком будущем Ходзинская модельная библиотека станет культурным центром притяжения всех жителей аула, независимо от возраста, где каждый сможет найти по душе и книгу, и увлечение.